Здравствуйте, здесь в Праймедиа сегодня настоящий ажиотаж. Простите, такого не помнят даже создатели телешколы. Тем не менее, мы попробуем прорваться и взять флеш-интервью у Лебедь Ларисы Анатольевны, директора телешколы. А что здесь происходит? Вы только посмотрите, что же происходит у меня за спиной. Так, а ну-ка, брысь отсюда! Не родители, а дети тащат своих мам, пап в эту замечательную телешколу. Что такое? Простите, надо бежать, чтобы занять места в группе. Отрывался я в клубе, и это скоро оказалось в ютюбе. О, как же сложно контролировать себя иногда, особенно когда 13 тебе. Мать принимала валидолы мартини, отец подобно Федерико Феллини. Наступив бровь, стал под сознание лезть. А если б он не узнал о Праймедиа, в семье случилась большая трагедия. Телеэкраны и прочие медиа лишились бы звезды, да-да-да-да-да-да. А я мечтала о карьере провизора, теперь хочу я стать в телевизоре. И слезы льются из глаз, и понимаю я сам, так не бывает, бывает, бывает. Я написала ВКонтакте и Твиттере, что не хожу больше в розовом свитере, что не хожу и в зеленом я свитере, поскольку в кадре он ужасен, да-да-да. Я благодарна отныне Праймедиа, телезвезда и шикарная леди. И слезы льются из глаз, и понимаю сама, как не бывает, бывает, бывает. Большая трагедия.
и слезы льются из глаз, и понимаем все мы, что ты так не бывает. Я думала, что все рассветы я уже встречала. Только ближе к микрофончику. Я пока просто пробую. Встречала, встречала. Видите, что тут никаких нот нету. Одна и та же, один и тот же звук. Я думала, что... Одна и та же линия. Я думала, что больше не смогу... Что там? Думала, что все рассветы я уже встречала. Я думала, что больше не смогу начать сначала. Я думала, что в этой... Я понимаю. Вторую фразу пишем. Особенно когда 13. Вот когда мы зеваем, у нас горло расширяется. И... Особенно когда 13. Я думала, что в этой жизни любви. Что? Я думала, что в этой жизни любви больше нет. Стала карьере провизора. Теперь хочу я блистать в телевизоре. И слезы льются из глаз. И понимаю, я сам так не бывает, бывает, бывает. А я мечтала о карьере провизора. Теперь хочу я блистать в телевизоре. И слезы... Все. Нет, стоп, можно... стоп, 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 стоп. Сначала!